Борьба за шайбу в самом разгаре. На арене сильнейшие пятерки каждой из команд. Рязань схлестнулась с Саровом. Счет открыть не получалось первые 10 минут периода. Это для хоккея ситуация непривычная, однако не выходящая за рамки. И первую шайбу забили ворота рязанцев. Счет открыт. Горожане не заставили себя долго ждать. Первый период закончился со счетом 1-1. Команды ушли в раздевалки, где тренер расскажет ошибки и дальнейшую стратегию. Она практически всегда одинаковая. Настрой всегда только вперед. Каждый матч мы настраиваемся только на победу. Поэтому у нас есть определенные цели и задачи. Поэтому будем играть только на победу. С каждым матчем прибавлять, думаю. Рязань занимает 12 место в турнирной таблице из 29 возможных. Поэтому в текущем сезоне болельщики надеются на плей-офф. В этом сезоне рязанская команда выступает намного лучше, чем в прошлом. Во главе команды остался тренер Павел Десятков. И это способствовало тому, что команда наладила свою игру, пришла стабильность и, соответственно, пришли результаты. Если в прошлом году команда была одним из аутсайдеров, то в этом году уверенно входит в зону плей-офф. Вот только рязанский хоккейный клуб давно в плей-офф не играл, а у некоторых спортсменов опыта и вовсе нет. Клуб вряд ли попадет в первую восьмерку, поэтому игры предстоят сложные, но болельщики в команду верят. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».